Всем привет, с вами Виктория. Сегодня приготовим вместе сливовый пирог. Пирог со сливами получается очень сочный и вкусный, а приготовить его совсем просто. Отличная выпечка к чаю на скорую руку. Для приготовления мне понадобились следующие продукты. Это, конечно же, сливы 1 кг, 3 яйца, 250 грамм муки, 200 грамм сахара, разрыхлитель, коричневый сахар и маскарпоне. Маскарпоне можно заменить любым другим сливочным сыром или жирной сметаной. Сначала я займусь сливами. Мне понадобился 1 кг слив. Я люблю, чтобы пироги со сливами были посочнее. От общего количества откладываю 3 сливы, а остальные сливы разделяю каждую сливу на 2 части и убираю косточку. Затем 3 сливы, которые я отложила, нарезаю на вот такие дольки. И дольки нарезаю на маленькие кусочки. Эти сливы нам пойдут для того, чтобы добавить их в само тесто. Сливы мы подготовили, теперь займемся приготовлением теста. В емкость выливаю 3 яйца. Яйца нужно хорошо взбить. Взбиваю яйца сначала без сахара. Затем, когда масса увеличилась в размерах, постепенно добавляю сахар и продолжаю взбивать. Взбиваю еще 3-4 минуты. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое. Когда яйца мы хорошо взбили, затем добавляем маскарпоне. Выпечка с маскарпоне получается очень-очень вкусной. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я подсмотрела этот рецепт в интернете. Очень люблю итальянскую кухню и также выпечку итальянской кухни. И выпечка с маскарпоне получается очень вкусной. Затем в муку добавляю щепотку соли, разрыхлитель. Хорошо перемешиваю. Сначала добавляю одну часть муки, хорошо перемешиваю миксером, а пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И затем добавляю вторую часть муки и еще раз хорошо перемешиваю. Смотрите другие рецепты пирогов, выпечки на моем канале. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. Недавно я готовила пирог с абрикосами. Очень-очень вкусный и хороший рецепт. Обязательно попробуйте. Очень рекомендую. Тесто мы взбили. Все перемешали до однородности. Вот такое примерно по консистенции должно оно у вас получиться. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов. И теперь в тесто добавляю нарезанные кусочками сливы и хорошо перемешиваю. Затем подготавливаю формочку. У меня формочка диаметром 24 сантиметра. Перекладываю ее пергаментной бумагой. Формочка у меня, как вы видите, разъемная, и смазываю хорошо сливочным маслом. И теперь перекладываю тесто в форму. Хорошо разравниваю тесто по формочке. Сверху на тесто выкладываю половинки слив разрезом вверх и немножко вдавливаю в тесто. Присыпаю сливы сверху коричневым сахаром. Это нужно для того, чтобы при выпекании образовалась карамелизированная корочка. Отправляю выпекаться пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку, ориентировочной на 50-60 минут. Выпекаем до золотистой корочки и проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой.
Пирог у меня выпекался 60 минут, я его достаю и оставляю немного остыть. Затем вот так по краям провожу немного ножом и убираю его из формочки. Пирог с помощью двух тарелок можно переложить на тарелку, но я решила его оставить так и присыпаю его сверху сахарной пудрой. Пирог, приготовленный по этому рецепту, получается очень сочный и вкусный, с приятной кислинкой. Тесто получается очень пышное и немного влажноватое. Прекрасная идея для вашего чаепития. Если рецепт и видео вам понравились, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч. Пока-пока!